Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Инспектор патрульной службы города Киева, 5-й рота 3-го батальона, лейтенант Гаврилов. Как зовут вас? Владислав. Владислав, что случилось тут? Ну, получили вызов от ДТП с потерпевшими, прибыли на место, работала уже скорая помощь. Пострадавшие от госпитализации отказались, так как имели легкие повреждения, скажем, телесные, которые не нуждаются в госпитализации. Потому событие было переквалифицировано в ДТП простое, без пострадавших. Сейчас обрабатывается. Всем розданы пояснения. Свидетели, участники пишут свои пояснения, то есть что случилось, как случилось. А сколько людей было в машинах, кому скорая помощь оказывала? В машине Nissan было двое человек, оба получили травмы, ну, травмы, ссадины, которые были скорой помощью обработаны. От госпитализации они отказались. В Паджеро было трое человек, водитель плюс два пассажира. Они свои пояснения тоже пишут, сейчас на момент у них пострадавших, слава богу, нету. Я понял. Водитель Nissan, я так понимаю, инвалид с ограниченными возможностями, да? Да. Ну, отсутствует правая нога. Ясно. Спасибо большое. Вот так, подъехал к перекрестку, стояли машины. Так. Пропускали. Впереди меня машина поехала, я за ней поехал. И тут удары, тут эти машины стояли. Представьте, тут три полосы, чтобы проскочить на красный свет, тут невозможно. То есть вы думаете, что машина, которая вас ударила, на красный ехала? Ну да, или... Поменялся светофор, и так за ней. Ну, я шел вот так, впереди машина шла, я за ней шел. Я понял. А с кем вы ехали? Кто пострадал в аварии, кроме вас? Я шофер. И со мной пассажир, товарищ, ехал. Тут пассажир спереди сидел, то есть на его сторону удар пришелся? На его удар. Без переломов, нормально? Без переломов, голова тоже. Я понял. Как зовут вас? Сергей. Спасибо. Обычно с такими машинами правду тут не найдешь. Ну вы показали, вы уже все написали. Вы закончили его писать, правильно? Да. А, ну вы для нас будете здесь свой. Как вы считаете, как вам легче, чтобы вы не стояли? Да. Добрый день, как зовут вас? Добрый день, Аня. Аня, в какой машине вы ехали? Mitsubishi Pajero. И как авария случилась? Ехала по улице Стеценко на зеленый свет. Передо мной выскочила машина Nissan. Я не успела затормозить и ехала в правый бок автомобиля. А на какой свет двигались автомобили? Я ехала на зеленый свет. Машина, которая выскочила с перекрестка, она ехала на красный свет. Вы в среднем ряду ехали? Да, да, в среднем ряду. Ясно. Что происходило после аварии? Насколько быстро скорая приехала? Первая приехала скорая помощь, две машины, в течение 10 минут. Угу. Помощь оказывали людям из Nissan, я так понимаю? Да, да. У вас ребенок был в машине? Был ребенок в машине, не пострадал. А сколько лет? 5 лет ребенку. Ясно, спасибо большое. Агрессивно начал. Я говорю, все, я сейчас говорю, вызову скорую сразу, увидела, что уже жужжу. Вызвали скорую, но я стараюсь не общаться, потому что агрессивно. Ну, он нормально, вот. А что, ты меня по телевизору будешь показывать? Мило, да? А где ваш...